И раз. Вот это я хочу какой-нибудь вот это вот выбить, да? Хочется сет какой-нибудь. Давайте. И раз. Ага. Гопота. Я даже их смотреть не буду, они мне падали на тестовом серваке. Это стрём. Вообще ахтунг. Они еще и белого цвета. Реально ахтунг. Вот эти штаны прикольные, мне нравятся, кстати. Так, раз. И два. Еще раз белые штаны. Да бесит уже, не хочу я белые. И три. О боже, что это за фигня? Че я правой кнопкой тыкаю, тыкаю? Что это? Кроссовки какие-то стрёмные. Да ну. Ладно, побегаем в кроссовках. И четыре. Еще одни кроссовки. Да вы издеваетесь надо мной. Нахрена мне такое количество кроссовок? Голубенькие, беленькие. Беленькие оставим. И пять. Замечательно. Просто замечательно. И 6. Еще кроссовки. Двое кроссовок. Да, очень азартен. Я не могу так просто успокоиться. Ладно, поехали. Номер раз. Номер 7. Школьная майка. Это, по-моему, у меня на тест-серваке падала. Жуткая хрень. Нафиг не нужно. Денем обратно черную. И номер 8. О, вот эта хрень, по-моему, косарь стоит, ребят. Если мне не изменяет память, вот эта хрень в районе косаря стоит. По-моему. Это редкая штука. Да, кстати, выглядит прикольненько. Так, ладно. Номер 9. Let's go. Ой, какая хрень. Она, конечно, прикольно выглядит, но в ней бегать это палево. Как это снять? Подожди, где? Где этот мандариновый мандарин джекет? Прикольно выглядит. Прикольно. Но она оранжевая. Цвет все портит. Сама текстурка красивая, а оранжевый цвет все портит. Был бы черный какой-нибудь. Или темно-зеленый какой-нибудь, что-то такое. Поехали. Номер. Что там у нас уже? 9 был. Номер 10. Let's go. Ой, говноштаны. Каждый второй, по-моему, в них бегает. Так, номер 11. О, черт. Ну и последнее, 12-е. Let's go. Штаны. Еще раз штаны. Вот и все.